Миша, Миша, что ты, очнись. Давай, давай. Миша. Давай. Очнись, пожалуйста. Очнись, пожалуйста, Миша. Что? Давай. Клара Ивановна, лимонад божественный. Я очень рада, что вам понравилось. Клара Ивановна, не могу найти Полину и Михаила. Вы не знаете, где они? Они поехали на рынок за артишоками для гостей. Давно? 2 часа назад я хотела их приготовить к обеду, но не успела. Вам нужно было сказать мне, что они не вернулись. Откуда я знала, какие у них планы? У меня своей работы полно. А как далеко до рынка? 15 минут. И у Михаила выключен телефон, это странно. Ну, не переживайте, если бы что-то случилось, вам бы уже позвонили. Да. Да, это я. Что случилось? Я понял. Сейчас приеду. Они попали в аварию. Машина упала с моста. Оба живы, но в больнице. Я еду сюда. Не надо пугать гостей. Мы сами съездим. Но я не могу. Прошу вас, оставайтесь здесь. Им наверняка оказывают квалифицированную помощь. Позвоните, как только что-то узнаете. Да, тут 10 метров. Повезло, ребят. Грузовик им прямо в лоб ехал. Если бы они врезались, было бы 2 трупа. Они успели свернуть. Правда, управление потеряли и упали в реку. Полина ремень заклинила, а Михаил за ней нырял. В общем, но я спас. А откуда у тебя такие подробности? Мне следователь рассказал. А тебе не кажется странным, что здесь машины раз в год проезжают? Тут вдруг такое волшебное совпадение. А тебе твой следователь не сказал, где тот грузовик? Нет. Исчез, как ежик в тумане. Я не верю. Не верю я в такие совпадения. Думаешь, кто-то решил избавиться от помощников Ковальского? Думаю, кто-то находится в доме. Иначе спланировать такое невозможно. Нужно быть рядом. Анджей говорил, что они за артишоком поехали. Надо бы побеседовать с этими гурманами. Сначала надо в больницу съесть. Точнее, ты поедешь в больницу, а меня подкинешь на станцию. Хочу пообщаться с любителем музейных экспонатов СИЗО. Что, мы в ответе за тех, кого посадили, да? Благодарю.
Анжи, присоединяйтесь к нам. Куда вы запропастились? Ну, Шири, нам вас ужасно не хватает. Садитесь скорее. Анжи, мой дорогой, скажите, а где ваша милая экономка? Она обещала нам привезти артишоки. Полине пришлось отлучиться. По семейным делам. Семья – это святое. Ну, я надеюсь, все в порядке? Да, да. Волноваться не о чем. Отлучилась так же, как ваш предыдущий эконом? Что вы имеете в виду? Анатолий уволился? Да. А я слышал, он исчез. При невыясненных обстоятельствах. И больше его никто не видел. Мой дорогой, это правда? Но вы же сами мне сказали, что Анатолий уволился. И мне. Да, Анатолий исчез. Пока что мы не знаем, что произошло. Простите, что не сказал, не хотел вас тревожить. Пардон. J'ai perdu l'appétit. Скажите, если нужна будет помощь в поисках, у меня есть человечек в органах. Откуда вы узнали? Сорока на хвосте принесла. Никого из них не знаю. Уверен. Но врать не в твоих интересах. А вы случайно не путаете мои и ваши интересы? Пока ты тут сидишь, заветному ключику могут приделать ноги. У меня для тебя две новости. Одна плохая, другая хорошая. Ключ, который ты пытался стащить из музея, подделка. А есть и хорошая. Я знаю, где настоящий. Это ложь. Ну, к сожалению, кто-то еще узнал о ключе. Я не понимаю, ну как ты мог так лохануться? Как ты купился на эту подделку? От настоящего ключа исходит такая энергия. Его из рук не хочется выпускать. Отдай его, не слышишь? Руки! Руки! Ну что там, наши утопленники? Полина легко отделалась, я ее домой уже отвез. А вот Михаилу досталось больше. У него, оказывается, на службе ранение легкого было. Ну, сейчас воды нахлебался. Надеюсь, оклемается. Слушай, а что ты там студенту по поводу ключа наплел? Тебе Анжей какой-то ключ показывал? А я блефовал. Зачем? Хотел посмотреть на его реакцию. Когда речь зашла о ключе, видел бы, как он изменился. Вообще перестал себя контролировать. Ну, слушай, ну, у него явно крыша поехавшая. Ну, привратники эти к нашему делу за уши притянуты. Студент никого из гостей не знает. Ну, члены секты могут не знать друг друга в лицо, но они все фанатики. Реагируют на ключ, как кот на валерьянку. Могут даже убить. А Анатолий здесь при чем? Если его убили и убили из-за ключа, то убийца может не сдержать эмоций, когда увидит ключ. Лапонька, вы что, себя угробить решили? Я не могу больше лежать, я так с ума сойду. Это все из-за меня. Что все? Это я поехала за этими артишоками, когда меня никто не просил. Это я отвлекла Михаила от дороги, и он теперь пострадал. Ой, чудо ты мое. Ну, во всем готова себя винить. Не надо было мне сюда приезжать, от меня одни беды. Ну как-то не надо, Анжи только тебя и ждал. Как это только меня? А почему только меня? Экономку ждал. Экономка нужна была. Ой, слушай, ты мне совсем голову задурила. Я даже про варенье забыла вишневое. Пойду принесу. Клара Ивановна,
Почему только меня, Клара Ивановна? Я думаю, отпустить гостей. Не могу проводить сеанс в таком состоянии. И сейчас моя помощь больше нужна Полине и Михаилу. Авария не была несчастным случаем. Кто-то пытался избавиться от ваших помощников. Как и от Анатолия. Мы подозреваем, что это кто-то из гостей. И что вы предлагаете? Я предлагаю вам наконец-то показать мне вашу сокровищницу. Или вы до сих пор мне не доверяете? Алло. Здравствуйте. Это Третья городская? Ага. Я бы хотела узнать состояние вашего пациента Михаила Чумакова. Без изменений. Спасибо. Я перезвоню завтра. Ух ты! Офигеть! Сережа хотел сказать, что у вас потрясающая коллекция ключей. Да, Макар, это я понял. Сергей, от души. А где тот самый ключ? Тот самый, это какой? Ну, вы знаете какой? Который был украден у Влада Цепиша. Которого вы якобы ничего не слышали. Как-то из ваших уст это звучало неубедительно. Да, я знаю, что этот ключ был у Цепиша. У меня он оказался случайно. Этот ключ ждет того, кому будет жизненно необходим. О том, что вокруг этого ключа целая секта, я не знал. Я вам верю. Вы не волнуйтесь. Сергей, позволите? Сережа? Сережа? Да ну ничего особенного. Похож на тот от шкатулки, да? Похож, но не тот. Вы думаете, кто-то из моих гостей состоит в секте привратников? Мы подозреваем. Но чтобы сказать точно, нам потребуется ваша помощь. Конечно, все, что в моих силах. Надо показать его им на сеансе. Посмотреть на их реакцию. Хорошо. Я расскажу вам свои наблюдения. Нет, я должен присутствовать. Боюсь, гости на это не согласятся. Значит, надо сделать так, чтобы они согласились. Хорошо. Позвольте. Да. Я про этого Цепиша кино смотрел. Он мастером сажания на кол был. Надеюсь, ты ничего не украл. Слушай, мне на этих сеансах тоже сидеть надо. Нет, тебе не надо. Поезжай в Питер. Мы с этой аварией совсем забыли, что наш хозяин-то человека убил. Точно. А я думаю, что с ним не так? Нина, у меня сейчас нет на это времени. Через 15 минут сеанс у Анжи. Он обещал помочь Георгию. Конечно. Кроме Георгия, тебя больше никто не волнует. Он мой сын. Я был бы рад, если бы он и тебя волновал. Но у тебя еще есть 3 дочери. Я устала, Давид. Мы совершенно ничего для тебя не значим. И мне надоело закрывать на это глаза. Нина, давай не преувеличивай. Я обещаю, вот я вернусь, мы сядем и... Я развожусь с тобой. Мы с девочками уезжаем в Грузию.
Я говорила с дядей Ракли, они нас ждут. Ты что, с ума сошла? Я мужчина. Я в семье решаю. На сей раз мы приняли решение без тебя. И прошу тебя, если ты хочешь с нами попрощаться, Да. Ирма. Да, дорогая? Добрый день. Ирма, я хотела попросить прощения за то, что не привезла вам артишоки. Я в самое ближайшее время... Ну что вы, это пустяковый каприз. У вас и так дело не в проворот. О чем вы говорите, дорогая? Зайдите. Зайдите, зайдите и присядьте. Я давно с вами хотела поболтать. Расскажите мне. Ну, расскажите. Расскажите, вам нравится тут, у Анжи? Ко мне все очень хорошо относятся. Ну, почти все. На этого вловика обращать внимание не надо. Он ко всем, извините, относится отвратительно. Ну, просто человек такой. А вот Михаил... Михаил, он... Что-то я давно его не вижу. Как он? Что с ним? Все в порядке. Помогай другу. У него есть друзья? Да. Вы знаете, это потрясающе. Он такой скрытный, не думала, что у него есть друзья. А мне казалось, что он как раз с вами более открыт. Мне всегда говорили, что я располагаю к себе людей. Я попробую снова взяться за кисти. Да, конечно. Хорошего дня. Спасибо, что заглянули, дорогая. Надеюсь, вы не против, чтобы мой коллега и ученик присутствовал на сеансе? Не против. Хорошо. Давайте начнем с того, на чем остановились в прошлый раз. Вы рассказывали про своего сына, Георгия. Да. Но сейчас ситуация изменилась. Жена со мной разводится и уезжает вместе с дочерьми в Грузию. Говорит, не уделяя внимания. Я знаю, вам сейчас все кажется беспросветным. Но, поверьте, выход есть. Откуда вы знаете? Я знаю, потому что уже подобрал для вас ключ. Анжей. Извините, я сейчас не готов к сеансу. Мне надо подумать. Thank you.
Полина? Тарас Эммануилович, вы заблудились? Почему же нет? Я гуляю, осматриваю, так сказать, окрестности. Хорошо у вас здесь, красиво. Только вот газончик нужно подстричь, а то флоксы подвяли. Ну, доброго дня. Анжелика должна приехать с минуты на минуту. И я должна ее встретить. Вы уверены, что это было хорошее решение, пригласить ее сюда? Вы не сможете полностью погрузиться в процесс ее присутствия. Мой дорогой, ну у меня просто не было выбора. Вы не знаете мою сестру. Если она что-то задумала, она ни перед чем не остановится. И вот сейчас она задумала познакомиться с вами. Ну, хорошо. Возможно, вас это успокоит. Я подобрал ключ к вашей проблеме. Но на прошлом сеансе вы сказали, что еще слишком рано. Ну что ж, время пришло. Ну, мой дорогой, ну не тяните. Ну скажите же уже. Или вы что, вы хотите, чтобы я сошла с ума от любопытства? О, Боже. Анжелика приехала. Мой дорогой, я прошу прощения, я должна ее встретить. Пока все, кому мы пытаемся показать ключ, забегают. Да. У меня такое впервые. Все хорошо? Что случилось? Анжелика? Добрый день. Добрый день. Ирма говорила, что вы приедете. Я экономка Анжи Ковальского. Заберите мой багаж. Mon amour. Mon amour, я так рада тебя видеть. Да, мне кажется, что ты не очень хотела, чтобы я приезжала. Ну, что ты такое говоришь? Я всегда очень рада тебя видеть. Кстати, у меня только что был сеанс Анжи. Я очень хочу посмотреть на твоего Ковальского. Ага, и он тоже очень тебя ждет. Пойдем. Интересно. Полинечка, дорогая, догоняйте нас.
Ой, а вы не пицца? Здрасте. Нет, я не пицца. Я хочу с хозяином квартиры поговорить. Роберт, милый, это не пицца. Это к тебе. Вы что-то хотели? Побеседовать с вами. Вы знаете, сейчас не лучшее время. А ваш старый друг уверен, что время самое подходящее. А мой старый друг — это вы? Нет. Это Януш Мицкевич. Я обожаю сёмгу. И картофель тоже. Дорогая, ну ты же знаешь, что это все жутко калорийно. Полиночка, 2 овощных салата, пожалуйста. Да, конечно. Полиночка, пардон. Давид, с вами все в порядке? Вы какой-то потерянный? Нет, нет. Все хорошо. Полина? Да. Подайте мне сливочное масло. Пожалуйста. Я так понимаю, господин Ковальский принял уже всех, кроме меня. Полина, как-то посодействуйте этому. Не волнуйтесь, Анжи примет вас сегодня вечером. Хотелось бы верить. А я бы тоже хотела познакомиться с Анжи. Надеюсь, он в курсе, что я приехала? Да-да, конечно. Конечно, вы, пожалуйста, угощайтесь, ни о чем не думайте. Анжи появится в самое ближайшее время. Он как будто испарился. Я все обыскала, и в личных комнатах, и в кабинете, и в комнате старинных. В комнате старинных ключей? Да, Анжи мне ее показывал. Куда мы идем? Мы же должны найти его. Вы же сами сказали, что все смотрели. Я не хотела бы, чтобы гости вас видели в таком состоянии. Гости. Там уже все на нервах, и Анжелика… Полина, я вам должен кое-что сказать. Я уверен, что та авария, в которую вы попали, была не случайной. Ее подстроили. И, скорее всего, тот человек, который причастен к пропаже Анатолия. И он сейчас может быть в доме. То есть как это в доме? Среди гостей. Поэтому скрывайте свое волнение, хорошо? Среди гостей? Ну, как это возможно? Давайте прогуляемся. Я вам расскажу о привратниках. О ком? А скажите, у вас есть какие-то планы на ближайшие 4 года? Не, спасибо. Я не понял вопрос. Ну, просто если вы запланировали какие-то дела, видимо, их придется отменить. Почему? Вы инсценировали свое убийство с целью шантажа вашего друга Януша. А согласно УК РФ, это 4 года. Послушайте, это не я, это все Лёля. А вы здесь совершенно ни при чем, да? Вы не понимаете. Лёля – это не женщина, а пиранья. Если она вцепилась в свою жертву, то уже ни за что не отпустит. А Януш чуть было не сорвался с крючка. Ей нужно было что-то придумать, чтобы его удержать при себе. Ну вот она и придумала убийство. От такого уж не отмахнешься. Да, повезло парню. Не только с девушкой, но и с другом. Послушайте, ну я был молодой дурак. Тем более проиграл кучу денег в карты. Мне обещали переломать ноги. Она сказала, что закроет все мои долги. Ну и я согласился. Это был обычный вечер. Ничего особенного, кроме транквилизатора, который Лёля подсыпала Янушу в бокал. Потом, когда он дошел до кондиции, я начал его задирать, мы сцепились, но он сразу же отрубился. Я нанес себе грим. Ну и мы решили, что если он не поверит нам и начнет проверять пульс, то мы просто скажем, что все это было шуткой. Но он во все сразу же поверил. Потом, через пару недель, мне перечислили деньги. Я закрыл долги и уехал. Все, я их
Я их больше не видел. Да. Скажите, вы вообще понимаете, что человек живет с чувством вины из-за вас? Да и я с ним живу, я ненавижу себя. Улыбочку. А? До свидания. Загадочно. Надо срочно что-то делать. Давайте вызовем полицию. И что вы им скажете? Что в доме завелся фанатик, укравший ключ от вечного счастья? Ну, скажем, про аварию, про то, что Анжи пропала, до этого Анатолий, и про то, что один из гостей... Пока это только версия. Полиция работает с реальными фактами и уликами. И что вы предлагаете? Сидеть сложа руки? Ну почему же? Надо поймать убийцу с поличным. Переиграть его. Но для начала вам надо успокоиться. Чтобы ни один мускул не дрогнул на вашем лице. Больше не получится. Может, мне как Армен закрыть лицо? Армен. Как же я забыл про него. Спроси, кто там. Кто там? Это вам. Тетя, как снег на голову. В смысле? А что, ты меня в родном доме уже не ждут, что ли, а? Докатились, может, мне шкафы проверить, а? Хорошая идея. Заодно дверь починишь. Где, в конце концов, Анжей? Такое чувство, что он меня просто игнорирует. И меня. Я уже сомневаюсь в его существовании. Полиночка, дорогая, в самом деле, расскажите нам, что происходит. Где, собственно, Анжей? Мне тоже хотелось бы знать. Пожалуй, поеду в город, сам буду решать свои проблемы. Не волнуйтесь, в самое ближайшее время... Мы это уже слышали. Ответьте четко, когда будет Анжей? Анжея не будет. Я вместо него. Как это не будет? У него возникли неотложные дела, но он не хотел прерывать работу с вами. И доверил мне вести сеансы. Это что значит «доверил вам»? Я приехал к Анжею. Вы можете отказаться. Выбор за вами. Но я хочу напомнить, что для каждого из вас ключ Анжи уже подобрал. Так, ну все, хватит. Сеанс завтра в назначенное время? Да. Господа, я буду. И я. Я тоже. Приступим. Полина, где моя горячая? Ой, извините. И как давно ты узнал, что твои мать и сестры хотят уехать в Грузию? Давненько. А почему мне не сказал? Ну какой смысл? Чтобы ты взбесился? Георгий, мы остаемся вдвоем. И весь бизнес на нас. Так что приготовься. Будет много работы. Папа, прекрати. Я не буду с тобой работать. Я уезжаю. Это что значит уезжаю? Куда? На Бали. Буду учиться серфингу. Ты совсем с ума сошел, а? Я тебе ни копейки не дам, ни копейки! Да мне от тебя ничего не надо. Билет я купил, там себе найду работу.
Да никуда ты не поедешь! Я тебя из-под земли достану! Достанешь? И что? Знаешь, лучше не звони вообще. Стивен, Стивен, еще один жулик. Давай ты нам больше, Стивен, писать не будешь. Дорогая, я так по тебе соскучилась. Пока ты была в Лондоне, я места себе не находила. Дорогая, ты же знаешь, я бы никогда тебя не бросила. Пообещай мне, пожалуйста, что ты больше так не уедешь. Что ты меня не оставишь. У меня кроме тебя здесь никого нет. Я никуда не уеду. Обещаешь? Обещаю. Вот он, покойничек. Живой, как ни в чем не бывало. В общем, Роберт во всем сознался, они слили развели Ковальского как ребенка. Правда, не учли, что он может слинять. Да я так и предполагал. Это с чего это ты предполагал? У тебя где-то третий глаз открылся? Что-то его не вижу. Почти. Я же тебе говорил, интуиция. Ковальский совсем не тот человек, что способен убить кого-то в пьяной драке. Да и с этой... С Лёлей с самого начала что-то было не так. А как ты вышел на этого Роберта? Ну, знаете ли, у вас свои методы работы, а у нас свои. Ну-ну. Какие дальше планы? Надо снова показать ключ гостям. Так как мы его покажем, он пропал вместе с хозяином. Ну, хозяин пропал, но его же можно заменить. Держите всегда его при себе.
сложной ситуации этот ключ откроет для вас новый путь.